поле зрения оперативников попал ранее судимый мужчина 1983 года рождения. В марте этого года он только освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за особо тяжкое преступление, не имел регистрации и места работы. Вскоре полицейские установили его причастность к данным кражам. Как выяснилось, злоумышленник ломал замки, повреждал окна и проникал в жилище. Его добычей становилось буквально все, что попадалось под руку. Что похищали? В основном вещи и продукты. В дальнейшем как распоряжались похищением? Так и распоряжался, как бы, для хозяйства. Надо отметить, что преступнику удалось поживиться и более ценными вещами. Двое потерпевших сообщили о пропаже старинных икон. Все, что могло принести хоть какой-то доход, мужчина продавал, а вырученные деньги тратил по собственному усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время установлена причастность задержанного к четырем фактам хищения чужого имущества. Расследование продолжается.